Ребята, привет! Ну что, сегодня у нас уже какое? 6, нет, даже 7 июня. Сегодня у нас такой первый жаркий день. Вот, и в общем, приехали сейчас порыбачить на канал сюда, на это место, где окуни клюют. Попробуем тут сейчас половить. Не знаю, что получится, нет. Вон там люди на лодках катаются. В общем, сегодня первый такой летний день, жаркий. Вот, все повылазили. Ну и мы тоже тут приехали позагорать, половить, может, искупаемся. В общем, посмотрим. Че, ребят, первый заброс в этом году здесь. Уже была поклевка. Тут мелочь. О. О, это бычок у нас. Вот такой вот бычок попался. Он, конечно, крупноват будет для живца. Но вот уже первая рыба в этом году с этого места, вообще с канала. О, еще крупнее. А вот это уже можно использовать в качестве живца. Вот. Самый подходящий размер, конечно, он крупноват, ну да ладно, попробуем. Так, ну вот я домку поставил на живца. Глядишь, тут какой-нибудь сейчас окунь да попадется, надеюсь. Сейчас, если выловлю поменьше, живца поменяю, тут крупноват больно. Так, ну продолжаем дальше ловить живцов. Сейчас. Еще один, блин, бычок попался. Вот он, прям уже крупный. О, блин, еще один такой же попался. О, такой вот мелочь, блин. Почему-то крупная рыба тут не ловится. Так, вот так что были шевеления, сейчас посмотрим. Такое ощущение, что как будто что-то сидит. Или нет? Да нет. Бычок вон на месте. Следов покуса вроде тоже не видно. Странно. Что это было? Ну да ладно. Ребята, еще один такой маленький. О, еще один малек. Очередная килька попалась.
Вот, очередной бычок. Но этого можно взять даже. Ну вот. Очередное бычье. Вот такой даже по здешним меркам крупненький будет. О, какой. О, блин, друзья, сейчас снимать не стал. Попался окунечек на другом месте. Пойду сейчас на ту. Отойду в сторону, там половлю. Ох ты, блин, стоило только камеру принести, сразу он, мелочь. Начала клевать. Вот, друзья, второй окунек за сегодня. Правда, маленький. Но все-таки окунь уже хорошо. О, ребят, попался крупный бычок. Вот такой вот сейчас. Я даже на руке покажу. Он шустрый. О, какой. Аж с руку в длину. Такого и съесть можно. О, уже сидел. Еще один гигантский бык. Прям даже поклевки не было. Как-то странно. Проглотил так. Ух ты. Брызгается. О, какой бешеный, смотрите. Он даже в руку не возьмешь. О, вот такой вот. Вот таких уже прям поесть можно хоть. Ребята, еще один окунечек попался. Третий уже за сегодня. О, какой. Маленький, правда. Крупные что-то не хотят. Блин, сорвался. Хороший был. Он тоже окунёк.
Вот он. Вот такой вот окунишка. Правда, больной весь, в точку. Посмотрите, какой. Там вот он больный с 2013 года. Он весь в точках. Пошла окуневая рыбалка. Вот очередной окунек попался. Вот такой вот. Уже почище. О, ух ты! Вот это уже. Так, вот это уже по-серьезному. Камера садится. Такой вот крупный окунек попался. Во, ребята. Такой окунишка. Больной, правда, весь. Так, ну вот, ребят, камера подзарядилась. Теперь половим. Есть, ребята. Вот такой вот небольших размеров окунишка у нас попался. Вроде чистый, можно взять. Такого средненького размера. Вот по длине где-то с руку, но не крупный. О, ничего себе. О. Ребят, даже поклевки толком не было. Вот так он легонечко на дно потащил. Смотри, такой бык здоровый. Вообще охренеть. О, пасть какая, блин, гигантская. О, вообще. Сейчас у нас кадр не помещается. О, какой гигантский. Это крупный для наших мест. О, это у нас маленький окунечек. Он, кстати, тоже больной весь, вообще жесть. Он весь в пятнах. Ну что, ребят, будем на сегодня завершать. Вот такой вот сегодня нехитрый улов. Хотя поймали довольно много. Процентов 90 я отпускал, потому что вообще был малек. Маленькая рыба. Вон там в ведре плавает, помутнело уже все. Ну так сегодня нормально поймали. Прям рекорд для канала. Скажу я вам, давненько я так не рыбачил, чтобы прям на одного червя сразу 5 рыб можно было вытянуть. Обычно они только на свежих клюют. Ну все, всем спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Ну все, всем пока, до скорых встреч.